Привет. С кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. В посмертии. О-оу. У меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот. Рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж. Изложу детали. А где этот твой гараж? В Арроио на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, Клэр, пока.
чем дело? Animoulou papa ta qui joue funérail. Moi c'est un. Oh oui? Sont-ils n'a qui ça? Respect. Ici là, tu connais Michel. L'été dernier, nous, tu t'es songé la vie sous il. TV, мы тебя ждали. Другого места не было. Не люблю похороны. Не бойся ты так, Краш. Эти похороны не твои. Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать. Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Хм. Что вам надо? Смотрите, одна ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства. Мы знаем их ангелов. А тебя мы не знаем. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет.
les bras sortis tant qu'on l'y toujours fait. L'y pas fait aucun sens pour ce l'y cognard. Juste donne. Moi, pas connais. Il te semblait très déterminé. Oh, l'y pas changé l'idée tant qu'on tout le temps. C'est pas tant ça. Oh, vous voulez pour moi parler avec l'y? Вы правда продаете тут мясо? Серьезно? Ou actuellement, vous voulez acheter quelque? Qui ça l'a fait là? La PC est bien intelligente, il semblait. Мне нужен Пласид. Пласид. Garde ici là. Dodo ti petit maman. Dodo ti petit maman. Les entrer. Garde dans caméra. C'est ou pas dodo, crable avant. C'est ou même. Continuez. C'est ou pas dodo. Pласид, garde là. Maman ou pas là, les aller non Ты Пласид? Я к вашему главному. Qui ça voulait? Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. 6 лет назад началась птичья чума, а сейчас вдруг пуф и закончилась. Это не на продажу. Чего ты хочешь? Хочу поговорить с Брижит. А пришла ко мне? Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Туне! Фуну дейо! Сюда! Туне на вилла! Кусе пасифика! Можете преобразиться. Все это немногое другое. Вот это пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Эй, Пасифик! Мы где сауте байлот? Окей, мэм прав, вини пита. Merci. Пошли, уже недалеко. Пласид! Где у Мимит? Пожудия. Питамили, мем паблие. Раньше имела дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сама все узнаешь.
Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики. Без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько их там, примерно? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Когда я увижу Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать! Ты взяла заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви! Последний рывок, финишная прямая, прекрати! Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Работала на вас как-то. Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет искры. Как-нибудь переживу. Почему вы своих в гимн не пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Ты что, с ним знаком? Мне это не нужно. Железо дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в риперы записался? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Кроме этого, все нормально? Проблема с нейронной сетью, всплески, всякое. Это все как-то мешает? Я спрашивал про чип. А, неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получила пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Какая у меня конечная цель? Комьюнит. Двадцать тридцать пять. 07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда комьюнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Я просто пытаюсь сопоставить факты. Вы все это писали сами? Камеры наблюдения, спутники корпоратов. Пишем со всего. Кроме того, что в ГИМе, правильно? Довольно навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это Расин. Важно. Батман Келли Абдисон Окой. Феме Потля. Сделаем перерыв. Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Похоже, животные тут ни при чем. Они просто охранники. Их наняли. Кто-то с полным фургоном на транерских приблуд. И мне надо узнать, кто это. Угу. Начни с камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к резу Агве, нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через ГИМ. Еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер? Чего хочет? Надеюсь, ты узнаешь. А, следить за мной будешь? Вот оно, доверие. Ладно, что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши.
Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с Гимом, Брижит решит ее. Ага, условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Хм, посмотрим. Не обещаю. Ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Смотрю, вы не любите чужих. Таких, как ты, видно. То есть мне лучше быть начеку? Угу. Точно. Брижит знает про встречу? Или ты всю эту кашу заварил сам? Я же сказал. Время придет, и Шифин с тобой поговорит. Кстати, давно хотела спросить, почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Тыви? Они знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим, невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Никаких перемещений? Ну, они выбрались за едой один раз. Thank you.
И не отрывайся от стаи! Да бля, я что-то такой нервный сдал! Мне теперь все! Так и круто! Мудаком быть самое то! Вали на Транершу! Я внутри. Вижу. Проверяй камьонет. Ладно. Это был... Ничего. Наш нетранер хотел в тебя вселиться. Я поставил тебе хороший лед. Должно хватить. То есть он знает, что я тут? Мяу. М?
сказать. Фургон. Да что тебя? Я пустой! Держаться! Пусть за все за... Я тебя заложу, Каприон! Я у фургона. Нетранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону.
Раз уж ты видишь то же, что и я, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агве. Кто эти «они»? Дозор. Они ведут на нас охоту. Что, все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Что именно им нужно? Внутренние базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут всю Агве и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмоса. Но у вас же есть всякие там веб-сканеры, зеркала? Есть. Их они тоже ищут. Что же вы такого им сделали? Вряд ли они напали бы на вас без повода. Повод тот же. Он всегда один. Резо Агве. В эту сеть ни у кого из них нет доступа. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Нелд. Что? Пласид, что? Он нас отрезал, отбросил. Он знает, что ты здесь. Найди его. Ты не можешь через сеть его сжечь. Наверняка он подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Так. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Закомьюнет дверь. Я ее открою. Пласид? Эй, тише, тише. Это чё? Что ж,
Теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной Пасификой. Выиграл немного времени. Решай! Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь, значит, поговорить решил? Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Ну, говори, что хотел. У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал, отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная вудуистка. Брижит и ее прихвостень Тинептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. Брижит у вас? Ого, как вы ее поймали? Мы знали, что вудуисты пошлют нетранеров, когда мы займем мол. Тинептун прорвался первым, хотел все разведать. Когда его заморозили, Брижит нырнула следом. Пыталась использовать его как живой щит. Доставила проблем, но в итоге тоже попалась. Ты блефуешь. Прижали к стенке, вот и ищешь, как бы увернуться от пули. Не вижу причин, почему мы оба не можем выйти отсюда живыми. О, желаешь мне добра? Альтруизм теперь часть стратегии дозора? Можешь нас презирать, но с нами работать лучше, чем с вудуистами. Может, ты освободишь Брижит, но если ты умрешь, поболтать с ней все равно не получится. У тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелет, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверяла. В системе все чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. И? Все окей. Никаких следов. Сделай еще раз. И сравни с последним результатом. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Ага. А зачем вы собираете данные на нетранеров из Пасифики? Такая работа. Вам нужна Реза Агве. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если вудуисты пробьют черный заслон, плохо будет всем, так или иначе. Что сейчас с Брижит и этим, как его, Нептуном? Сигнал идет. Видимо, вудуисты на своей стороне поддерживают в них жизнь. Но они вряд ли смогут делать это вечно. Это верно. В какой-то момент Брижит и Ти станут бесполезны для нас. Мы пытались зайти в сеть вудуистов через их интерфейс, но Брижит оказалась упорной. Она нанесла пару ударов нашей системе, пока мы ее обезвреживали. Применила против вас ваши методы? Что вам сделали вудуисты? Знаешь, сколько атак из-за черного заслона мы отбили в прошлом году? Мне что, отгадать? Не знаешь. И никто в Найт-Сити не знает, кроме нас. И знать не хочет. Людям кажется, что это несокрушимая стена, универсальная защита, которая будет держаться до конца времен. А на самом деле, это старый мусорный мешок, который кое-как натянули на разбитое окно. Да еще и вудуисты постоянно протыкают в нем дырки. Вы могли бы просто напасть на вудуистов. Вы же знаете их лидеров чуть ли не в лицо.
Напали бы, и что? По-твоему, я похож на киллера, который в полете убирает людей одного за другим? Не смеши. Тот, кто похож, нашелся бы у корпораций, которые содержат сетевой дозор, к их услугам целые армии. От армии много шума. Вудуисты чуткие, как полевые мыши. Ладно, что ты предлагаешь? Разумный компромисс. Я выловлю вирус вудуистов из твоей системы, а потом освобожу Брижит и Ти Нептуна. Они проснутся, как ни в чем не бывало, даже и не вспомнят. А ты просто меня отпустишь. С данными, конечно. Ну что, решай быстрее. Окей, давай. Я знал, что мы с тобой договоримся. Пиздец, Ви, ты охуела. Чуть не забыл. Наемница уходит. Не трогайте ее, она теперь с нами. Надеюсь, обойдется без проблем. Удачи. Думаю, еще встретимся. Он ее отпускает? Очень надеюсь, что перед... В чем дело, Ви? Ты не в сети. Ничего не вижу. Брижит и тот второй. Они вернулись? Кто тебе? Да, мама Би проснулась. Отлично. Мне с ней надо поговорить. А что с Дазу? Я разобралась. Мои люди ждут у входа. Мы отвезем тебя к Пласиду. Сама его найду. Хорошо. Да. Пласид ждет тебя наверху. Почему ты не пошла по плану? Задача была взломать агента, не помогать ему. Отвечай мне, Раньо! Говори, что там было. Говори, или я сам посмотрю, какого червя тебе запустили в Ангдан. Давай, рискни. Асе, надо уходить. Не знаю, что планирует дозор, но это еще не конец. Тебя беспокоят агенты? Тогда прострели ей башку.
Мы не знаем, что в нее заложили, какой вирус у нее в системе. Ты не знаешь, что там было вначале и сколько это стоит? Знаю. Я ее сканировал. Обычное вшивое ранье. Али, менен мун йонан кавоа. За мной. Ты, наверное, Брижит? Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип? Если он работает, мы хорошо заплатим. Вот почему ты со мной говоришь. Потому что у меня биочип. А не потому, что я тебя вытащила. Была бы я просто Раньон, вы бы меня уже давно убрали. Пласид думал, ты обычная неудачница с улиц. Поэтому он тебя выбрал. Но ты знала о чипе. И все равно...